Oh.
Господина, и отца нашего Алексия, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и сия святые обители священного архимандрита, и всечестного отца нашего наместника архимандрита Тихона, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, братья святые обители сия, строители, благоукрасители святые обители сия, зде труждающихся, поющие, вас всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки.